Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня я с вами хочу поделиться отзывами. Недавно мне приходила продукция на обзор из интернет-магазина Organic Zone. Я уже все попробовала, и мне уже не терпится с вами поделиться. Уже что-то подходит к концу, поэтому думаю, ну, не пустую же банку показывать в обзоре. Начну с геля для душа. Вот такой вот фитогель для душа «Анис и корица» с эфирными маслами аниса и корицы. Я показывала и составы, и все видео с распаковкой, так скажем. Хочу сказать, что мне этот гель не понравился по аромату. Очень-очень яркий, насыщенный аромат. И я даже чувствую больше не корицу, а какую-то солодку. Я ее терпеть не могу с детства, поэтому... Для меня аромат вообще ужасный в этот раз получился. Ну, что поделать, на вкус и цвет товарища нет. Может быть, кому-то и понравится. А так, в принципе, сам по себе гель по качеству хороший. Он хорошо пенится, несмотря на то, что натуральный состав и натуральные ингредиенты. Так, в принципе, по качеству никаких претензий нет. Но вот по аромату вообще никак мне, поэтому... Скорее всего, я его, наверное, как жидкое мыло буду использовать. Может быть, дозатор сюда прикручу или перелью. Вот. Но запахи с рук отшибает на ура. Уже попробовала и в этом качестве, так что подойдет в таком качестве он мне. Соль для ванны. Тропический банан. Ну, здесь вот получается, наверное, на 4 раза этой соли. 250 миллилитров объем этой баночки. Мне понравилось, что такие вот прям крупинки, знаете, ровненькие такие, как одинаковые все, не просто как осколки какие-то. Красиво, в общем, выглядит эстетически. Действительно, аромат банана имеет. Ну, пахнет оно вот только, когда насыпаешь в ванну. В принципе, потом, когда растворяется, уже нету такого аромата сильного. Но так... Хорошая соль. Соль как соль. Никакого мусора, ничего нет. Ну, прилично выглядит так. Понравилось. Я люблю ванну и сыпать, и лить все подряд. Поэтому захотелось мне и соль тогда взять. Дальше спрей-дезодорант для тела. Ледяной цитрус. На основе минеральных кристаллов пластов. Многие мне писали, что не любят... натуральные дезодоранты, что они не защищают. Ну, я скажу так. Я вообще использую как спрей для тела этот дезодорант. Очень мелкое распыление у него. Такое обширное, знаете. Поэтому даже если на подмышку пшикнешь, там как бы вокруг все тоже польется. Вот. Ну, аромата такого... Именно вот цитрусового нету. Есть немножко такая нотка. Какой-то такой натуральный аромат. Чувствуется тальк на теле. Ну, я полностью, например, попшиклась, да, этим спреем. И кожа такая, как матовая становится. 110 миллилитров здесь. Ну, я не знаю. У меня сильного такого потоотделения нету, чтобы прям вот конкретно проверить, работает он или нет. Но... В основном дома пользуюсь, конечно. Ну, так, в общем-то, и на улицу пользовалась. Не подводил. Не знаю, но вот именно мне подошел. Конечно, если кто-то... У кого-то там физические нагрузки, то, наверное, надо все-таки не натуральными пользоваться, а более такими... Ну, рексонами там всякими, например. Так, и баночки. Маска для волос. Стимулирующая с экстрактом имбиря и эфирным маслом корицы. 250 миллилитров. Понравилась маска. Она имеет разогревающий эффект. Я даже не ожидала как-то. Ну, здесь есть экстракт красного перца. Правда, где-то в середине в составе. Но все равно. Очень яркий аромат корицы имеет. Прям... Вот пока волосы мокрые, будет пахнуть на всю округу. И даже на следующий день я вот делала эту маску. Да, на следующий день пошла в парикмахерскую, встречься.
Мне намочили волосы, и сразу аромат разнесся по всей парикмахерской. Я еще такая удивилась. Сижу, говорю, ба, надо же, говорю, как это. Корицей запахло. Говорю, это я маску вчера для волос делала. Ну, парикмахер, который меня стригла, говорит, да, я, говорит, думала, сначала показалось, потом думаю, что за запах такой знакомый. Я говорю, вот представляете. Удивились, в общем, мы с ней. Вот. И, ну, ее нужно наносить, по-моему, минуты. А, на 1-2 минуты написано. Да, ну, долго держать и не получится. Я иногда такие маски, даже вот минутные, держу там по 10, по 15 минут. Ну, здесь будет разогревающий эффект, но если вы хотите там терпеть горение головы, то, конечно, можно и подольше подержать. Ну, я, ну, например, 5 минут вот я держала тоже как бы. И ни в коем случае, ну, старайтесь, чтобы не попало в глаза или даже просто вот на кожу, куда попадет там, ну, мало ли, нечаянно, да, там капнет на щеку, например, там или на лоб, и чувствуется потом, что жгет это место, поэтому надо аккуратно. Ну, я думаю, что она поспособствует росту волос, потому что, ну, такой разогревающий эффект, это уже проверенное действие в каких-либо масках, ну, в каких бы то ни было масках даже, я бы сказала, где есть красный перец, везде идет стимулирование луковиц волос, да, и как бы, как сказать, ну, способствует, в общем, росту волос. Вот, я надеюсь, вы меня поняли. Вот такая вот маска. Ну, она по консистенции как бальзам больше даже. Ну, вот аромат немножко навязчивый. Каждый день не попользуешься, надоест, мне кажется. Так, крем для тела. Тоже такой жиденький. Но очень легко его наносить. За этот счет оно... Он не экономичный получается, как-то большой расход. Он, видите, такой, я бы даже сказала, как молочко. Его можно было спокойно даже в бутылочке выпустить. Ну, из банки, конечно, удобнее пользоваться, можно все до конца использовать. Аромат малины такой, знаете, я бы даже сказала, немножко сушеной какой-то малины. И сладость есть в нем. Ну, яркий аромат тоже. Хорошо увлажняет, такой легкий крем, быстро впитывается. Очень понравился мне. Есть там у них много разных ароматов. Вот хорошая вещь. Буду с удовольствием дальше пользоваться. Прям сладкий такой аромат. И тоже очень сладкий. Очень сладкий соляной скраб для тела с питахайей. Я не знаю. Ну, я один раз всего ела этот фрукт. Я уже не помню, честно говоря, какой он там на вкус и чем он пахнет. Но этот скраб пахнет конфетами. Какими-то такими, знаете, как будто карамельки вот с начинкой из повидла раздавили, перемололи. Вот такое ощущение, как будто вот этой вот карамельной массой скрабируешься. Довольно-таки жесткий скраб. Я думала, что неудобно будет пользоваться, видите, он такой как бы крупицами. Ну, когда его разносишь по коже с водой, он как-то так растворяется, и получается, что, ну, как бы и скрабирование нормально происходит. Ну, не осыпается. Вот он бывает, что такие вот сыпучие, что между пальцев практически все высыпется, и на коже... На кожу ничего не попадет, здесь нет. Ну и вот это раза за 3, наверное, полбанки у меня ушло. Очень яркий такой сладкий аромат тоже. Вот мне кажется, как будто или как барбариски, или вот вишня, что ли, или слива, вот эти вот карамельки такие. Интересный скраб, тоже понравился мне. Ну вот гель для душа у меня только в пролете, а так, в принципе, нормальные все продукты. Ссылку оставлю в конце, ну, под видео. Кому интересно, заходите, смотрите. Большой выбор на сайте. Кто любит натуральную косметику, цены, в принципе, тоже
приемлемое, можно себе позволить. Все, спасибо всем за просмотр. И всем до новой встречи. Пока-пока.